Теперь узнать обо всех волонтерских мероприятиях можно на госуслугах. Если есть желание помогать другим, но не знаете, с чего начать, зайдите на портал и в диалоговом окне робота напишите «Хочу стать волонтером». Либо сразу перейдите по ссылке в раздел этой услуги и заполните анкету. В ней можно выбрать формат мероприятия – очно или онлайн, время и место. В личный кабинет придет PDF-файл, соответствующий запросу подборкой, сообщает телеграм-канал администрации города «Вести с Дворянской». В Самаре 11 февраля, в день проведения всероссийской массовой гонки «Лыжня России», работа общественного транспорта будет усилена. Организуют дополнительный автобусный маршрут номер 50У. Барбошина поляна, Красная Глинка, улица Батайская. Автобусы проследуют с заездом к повороту на спортивную базу «Чайка» и будут работать с предоставлением всех видов льгот, действующих на территории города. Начало движения от остановки Барбошина поляна в 7.50. Последнее отправление в 16.52. От улицы Батайской автобус пойдет в 8.31, последнее отправление в 16.14. Также в субботу с 5 утра до 16 часов будет ограничено движение транспорта по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо и по автомобильной дороге на кладбище Лесное на участке от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище. Телеграм-канал администрации железнодорожного района призывает подписчиков защититься от гриппа. Это острая вирусная инфекция, которая часто начинается внезапно, с высокой температуры, боли в мышцах, иногда сухого кашля. Вакцинация против гриппа является основным и наиболее эффективным средством профилактики гриппа и его тяжелых последствий. Прививку следует сделать заранее, так как защитные уровни антител к вирусам гриппа формируются через 10-14 дней после вакцинации.